Небольшим, но дружным коллективом вышли воспитанники детского садика «Мишутка» на Солдинские улицы. И всем пожилым людям, проходившим мимо, дети дарили подарки, сделанные собственными руками. Поздравляю! Я ведь меня поздравляю! С праздником! С праздником День пожилого! Человека! Спасибо тебе, мой хороший! Конечно, идею такой доброй акции придумали не сами дети. Сегодня проходит акция. Называется она «День добра и уважения», посвященная Международному дню пожилого человека. Наши ребятишки совместно с родителями приготовили вот такие замечательные открытки, которые они сегодня дарят пожилым людям. Для взрослых такие подарки были неожиданными и очень приятными. Я очень довольна, очень даже растрогана этим, что меня поздравили. Вот. Сама имею тоже 4 внуков, правнучка маленького. Я очень довольна, до слез. Дети – это радость, это прекрасно. Они поздравили, просто я счастлива, что они такие умненькие. В актовом зале также была устроена выставка рукотворных поделок пап и мам, дедушек и бабушек. Конечно же, под чутким руководством их любимых малышей. Картинки из бисера, макраме, природного материала. Всего и не перечислить. Эта выставка сделана руками бабушек и дедушек наших воспитанников. Можно увидеть, насколько разнообразна их фантазия, с каким творческим потенциалом они подошли к своим работам. Замечательным был этот день как для маленьких, так и для взрослых. Каждый, принявший участие в акции «День добра и уважения», получил заряд позитива. И пусть это доброе настроение сохранится у всех солдинцев как можно дольше.